Именно поэтому ОКБМ сейчас рассматривается как вероятная площадка для создания центра по тестированию отечественного оборудования для производства сжиженного природного газа. Потенциал одного из ведущих промышленных предприятий Нижегородской области сегодня оценила делегация Минпромторга и корпорации «Новатэк». Мы уже делаем линию, четвертую линию, так называемую Ямал-СПГ, по нашей технологии практически полностью на нашем оборудовании. Первую линию производства сжиженного газа на Ямале корпорация «Новатэк» запустила в декабре прошлого года. Его получают путем охлаждения газа до температуры 160 градусов ниже нуля. Причем объем уменьшается в 600 раз. Вот только все оборудование на новом предприятии импортное. Дальнейшее развитие этой отрасли в России требует максимального оснащения будущих производств именно отечественными компонентами. Это выполнение прямого поручения президента правительства о импортозамещение, о локализации оборудования здесь, в Российской Федерации. Свою заинтересованность в производстве оборудования для получения, хранения и транспортировки сжиженного газа высказали многие российские предприятия. Уже есть первые опытные образцы, которым необходимо пройти сертификацию. Для этого создадут российский комплекс по испытанию СПГ-технологий. Мы окажем всю поддержку, в том числе подбор соответствующей площадки и предоставление необходимых льгот. Естественно, это будет осуществляться в рамках общей дорожной карты, которые реализует правительство Российской Федерации. Промышленникам совместно с добывающими компаниями к 2025 году необходимо создать свою технологию по сжижению природного газа, который без строительства газопроводов Россия сможет поставлять не только в Европу, но и в Южно-Азиатский регион.